Итак, серебра пока что нету. Первая на сегодня монетка, огромнейшая, вот такая вот кругленькая. Скорее всего, какой-нибудь пятачок. Пока еще не знаю. Сейчас попробую отмыть его. К сожалению, одна его часть лысая. Просматривается только дата 1844 год. Вот. И, в общем-то, все. Но все равно приятная находка. На Руси наконец-то распогодилось, и у меня очередная монетка, тоже большая и зелененькая. Вот такая вот. Сейчас я ее отмою, посмотрим, кто это. Итак, вот такая вот монетка. Видимо, 1763, наверное. Вот. Надпись не могу разобрать. Ну, в общем, вот такая вот интересная монетка. С одной стороны, сохранность хорошая, а с другой стороны, лысенькая. Ладно, пускай отмокает, потом посмотрим. В общем, ходил по полю, сигналов больше нету, решил зайти в траву. И вот такая интересная вещица. Пока что даже не знаю, что это. Вот сейчас помою и посмотрим, кто это. Похоже, кто-то ее расплющил зачем-то. Возможно, колечко хотели сделать. В общем, болванка. На Руси наступил вечер. Ветер стих, тучи пропали. И древняя гигантская конина. Вот как она сгнила вся. Ладно, оставим будущим копателям. Иду к машине уже. Шестереночка, кажется, попалась. Медная. Или латунная. Ладно. Сегодня второй день копалки на Руси. Выходной. Второй выходной. И я на том же самом поле пытаюсь найти различные предметы. И вот иногда такое бывает. Лежит прямо на поверхности. Вот такой вот интересный предмет. Видимо, либо какой-то подвески. Ну, как я полагаю, очень и очень старенькая. В общем, первая находочка есть. Без помощи лопаты. И вот прям рядышком, в нескольких сантиметрах, 50 рублей 93-го года. Это просто фантастика, но такое бывает. Кто это? Кажется, тоже 50 рублей. Ну ладно, интересно, на поверхности. Ну что, а вот и первая толковая находка. Я, правда, вот немножечко лопаткой задел, но это потом все замажется серой. Сейчас посмотрим, кто это. Так, а это оказалась копеечка 24-го года, советская. Оп! Вот трусь прямо около дороги. Вчера я ходил вон там. И удивительно, что около дороги, в общем-то, современной. Вот это. Сейчас посмотрим, кто это. Так. А это копеечка серебром 1843 год. В общем-то, неплохое состояние для наших мест.
Первым на этом поле конинка, маленькая и тоненькая. Интересная находочка вот с такой глубины. Сигнал то цветной, то черный. И вот, вот такая вот малюсенькая, пока что неизвестная монетка. Но я хотел показать форму сигнала. Вообще похоже на советскую копеечку маленькую. Но пока что неизвестно. Сейчас посмотрим. В общем, точно, советская копеечка. Вот, собственно, такая вот. По-моему, конинка. Точно. Вот такая вот тоже маленькая, тоненькая. Вторая уже на этом поле. Потолще. Наивкуснейший сигнальчик. Никого там не видно? Нет, придется копать. Ладно. Зря копал, на самом деле на поверхности лежала монетка. Вот она. Пока еще неизвестно кто. Сейчас отмою и посмотрим, кто это. Это деньга 1740 какого-то года. Этот год у меня можно смело назвать годом деньги, потому что я их столько нашел в этом году. Что-то к вечеру поле мне вообще ничего не дает. И вот травка чего-то дала. Вот второй раз такой предмет нахожу в радиусе 100 километров. И не могу понять, что это такое было. О, к вечеру на Руси солнышко появилось. И не пришлось даже копать. На поверхности вот такая вот маленькая пуговка. Вот такая вот малюсенькая. Ногой так отгреб. Бац. 3 копейки. Ну, отмывать ее нет смысла. И так ясно, как она выглядит. Но 3 копейки. Так. Войско тугарское все ближе. Пора бы и сматываться. Я, в общем-то, иду к машине, и вот очередная конинка, большая такая. Сейчас попью чаю и загляну на еще одно рядом поле. Посмотрим, что там. Вот тот дождик идет прямо на меня. А племя басурманское вон уже куда ушло. А мне надо вот на то поле. На разведочку посмотреть. Вот такая вот радуга на Руси. Только на земле такое может быть. На Руси вечереет, пора домой. И первая единственная находка на этом поле — вот это вот древнее стальное кольцо. Все, на сегодня все.